Здравствуйте, я Сергей Мистрюков, эксперт по испытанию региона «Центр». Нахожусь в полевом городе Орел, на участке ярового ячменя. Яровой ячмень сорта «Авалон» посеян 5 мая с нормой высева 4,2 миллиона на гектар. Сейчас мы находимся на блоке фунгицидной защиты и применения роста регулятора «Модус». Фунгициды здесь применяли с рост-регулятором, фазу начала выхода в трубку. Амистар Экстра применили с нормой 0,75 литра на гектар, модус 0,3 литра на гектар. Вот. И мы можем сейчас наблюдать, как себя ведет после применения модуса ячмень. Мы видим, что растение находится в хорошем состоянии и не полегают. При этом рядом у нас находится необработанный участок, то есть без применения модуса, без роста регулятора. И на этом участке видно, что частично он ложится. Также и на всей остальной площади, где не применялся модус, ячмень у нас частично лег. Применение Амистара Экстра мы можем посмотреть, в каком состоянии находятся растения ячменя, болеют они или нет. Мы видим, что сетчатая пятнистость практически отсутствует. А для сравнения мы сейчас посмотрим на контроле. Сейчас мы находимся на участке, на котором не применяли фунгициды, именно для защиты ячменя от сетчатой пятнистости. Вот, пожалуйста, мы можем понаблюдать, в каком состоянии здесь находятся растения. Мы видим, что присутствует нижний ярус, уже начинает гореть, а вверху сетчатая пятнистость присутствует уже и на флаговом листу. Все, спасибо за внимание.